Украинская армия обстреляла село Семеновку под Славянском. Обстрел велся зажигательными снарядами. Они взрывались на небольшой высоте, разделяясь на несколько горящих частей. В результате в деревне возникло несколько пожаров. Предположительно, военные использовали так называемые фосфорные бомбы. Их применение в черте населенных пунктов запрещено рядом международных соглашений. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и мучительную смерть. Для лечения таких ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который может также при работе получить фосфорные раны.